Буквально детективная история с похищением уникальных метрических книг 19 века общей стоимостью около миллиарда рублей разрешилась в Саратове. После масштабного расследования сотрудники ФСБ вернули в областной архив документы, чью историческую ценность сложно переоценить. Сергей Пономарев узнал, почему пожелтевшие страницы профессионалы называют настоящим кладом и кто этот клад хотел украсть. К ним можно прикасаться только в перчатках и в присутствии архивариусов, объясняют специалисты. Страницы очень ветхие. Это метрические книги церквей Саратовской области 19 века. Это предшественники ЗАГСовских книг, да, совершенно верно. Дата рождения. Но здесь больше информации, чем в метрических книгах, современных ЗАГСовских книгах, потому что здесь информация о социальном происхождении, о социальном положении родившихся, прокосочетавшихся и умерших. А подпись Чернышевского – это Гавриил Чернышевский, отец Николая Гавриловича. Он был благочинным, и на этом основании он был членом консистории. Историк Алла Майорова делала оценку книг в рамках уголовного дела о их краже по установленным государством методикам. Общая стоимость пропавших из Саратовского архива книг составила больше миллиарда рублей. Однако это приблизительная сумма. Их открытая продажа запрещена законом. Нет примеров сбыта и на черном рынке. Мне кажется, что для коллекционера они абсолютно бессмысленны, потому что они ценны только тогда, когда знаешь. Вот можно украсть, например, книгу, можно украсть или стремиться ей завладеть, потому что там есть запись о рождении какого-то совершенно замечательного человека. Но это будет на одном листе. И зачем вот этот тяжелый том покупать из-за одного листа? Журналистам представили лишь часть книг, которые изъяли в ходе расследования сотрудники ФСБ. Те экземпляры, которые спокойно перенесли бы транспортировку. Сегодня мы передаем только малую часть тех книг, которые обнаружены оперативником. Остальные также будут возвращены в Госархив Саратовской области и займут свое место. Всего из регионального госархива было похищено 57 томов. Произошло все прошлым летом. Пропажу заметили не сразу, только после того, как посетитель архива запросил одну из книг для изучения, а ее не оказалось в хранилище. На след предполагаемого похитителя сотрудники ФСБ вышли быстро. Главный обвиняемый в деле – завхоз архива. Что-нибудь по этому поводу можете пояснить? Не могу, мне это не делал. По версии следователя, он забирал книги из хранилища, которое находится вот в этом здании, затем переносил их в соседний недостроенный корпус и из окон второго этажа прямо на землю сбрасывал их. После работы подбирал и так почти целый месяц. К счастью, по словам экспертов, книги от этого серьезно не пострадали. Видимо, не зная о ценности книг, продавал он их от 500 до 1000 рублей за штуку. Покупателей находил через сайты бесплатных объявлений. У новых владельцев их изъяли уже сотрудники ФСБ. На сайте была указана одна книга 1000 рублей. Но в процессе покупки он сделал скидки. После произошедшего в региональном госархиве сменилось руководство. Говорят, ужесточили меры безопасности. Хотя и ранее доступ к завхозу к хранилищу был возможен только в присутствии архивариусов. Было на доверие. Никому не могло прийти в голову, что кто-то воспользуется, возьмет ключ, не распишется, не предупредит и войдет в хранилище. Обвиняемый сейчас находится под подпиской о невыезде и продолжает работать. По окончанию пресс-конференции стало известно о возвращении в архив еще 11 книг. Их попросту подбросили к крыльцу здания. Сейчас оперативники ищут оставшиеся 2 тома. Обвиняемый пошел на сделку со следствием. Во всем признался. Дело, переданное в суд, рассматривается в особом порядке. Приговор должны вынести в ближайшее время. По закону ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сергей Пономарев, Павел Литувет и Сергей Суворов. Первый канал. Саратов.